Друзья, ну а это неубиваемый телефон. Вы видите, это неубиваемый, несокрушимый терминатор среди всех телефонов. Ему нет равных. Он самый прочный, самый долговечный. Он терминатор. Свой, неповторимый дизайн. Этот телефон создан при участии космических инженеров. При применении космических технологий, друзья, это факт. Он не боится воды, он не боится льда, он не боится ничего. На ваших экранах сейчас мы тестировали его. Бесполезно. С ним ничего не происходит, как бы мы ни старались. Даже стальная хватка этой бойцовой собаки ему не страшна. Итак, друзья, 24 телефона у нас осталось. Не забывайте, бесплатная доставка абсолютно каждому, кто заказывает этот уникальный подарок. А еще... отвлекитесь от своих дел. Сейчас у нас в студии будет твориться такое, чего вы наверняка еще никогда не видели. Готовьтесь, мы испытаем этот телефон так, как не испытывали ни один и не испытывал магазин этой страны. Итак, друзья, я думаю, всего мира, никто в мире так не готов был испытать этот телефон. Итак, друзья, прошу обратить внимание, сейчас... я звоню. Звоню на второй телефон, который есть у нас в студии. Где-то рядом с нами он находится. Наша задача определить, где он сейчас. Вот, да. Я слышу звук. Что с ним? Он вот здесь. Он в ледяной вот этой чаше. Он подо льдом плавает. Да, чуть-чуть растаял лед, видите, но он продолжает работать под водой. Под ледяной водой он продолжает работать. Мне нужно его освободить. Давайте понаблюдаем, как это можно сделать. Итак, друзья... я устраиваю ему краш-тест настоящий. Сейчас я убираю этот лед. Все это убрано. Теперь я готов ударить по нему молотком, друзья, чтобы сбить этот лед. Видите, я сбиваю лед молотком, и при этом он остается целым. Он работает, ему все нипочем. Я бью со всей силы, но он достаточно холоден. Его надо растопить, друзья. Давайте растопим, наконец, лед. Пора, настало время, друзья мои. И сейчас я поливаю его горючей смесью. Все, мне надо поджечь его. Я готов, вы готовы? Мы все готовы. Это прямой эфир Шоп-н-Шоу. Поехали! Какое пламя, какой потрясающий огонь! Но надо его тушить, надо тушить. Он, кстати, продолжает звонить. Вы видите, он звонит, он работает даже в воде. Он работает подо льдом. Делайте с ним все, что захотите. Ему все нипочем. Видите, он продолжает звонить. Я могу ответить. Видите, диалог пошел. Уже можно говорить. Он побывал в воде, он побывал во льду. Он был даже в огне, он горел пламенем, не синим, а красным, друзья. И он выдержал все это. Но я хочу вам сказать, знаете что? Вот, есть телефон, который тоже считается неубиваемым. Вы наверняка видели, такие телефоны очень сложно разбить. Посмотрим, который из них сможет выдержать наше испытание. Вы готовы? Я лично готов. Итак, начнем, пожалуй, с нашего крепкого орешка. Удар, 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 удар. Он держит удар, он продолжает работать, экран в порядке. Все! Он просто разбит в ноль. Наш продолжает работать. Что бы я с ним ни делал, друзья. Ему все нипочем, он работает. Он не боится даже самых тяжелых ударов молотка. Он продолжает работать. Он легко откликается на все клавиши, которые у него есть. Кстати, у него есть фотоаппарат. Он может снимать под водой, друзья. Что бы вы ни делали, все происходит в реальном времени. И ему ничего не страшно. Я могу им забивать гвозди. Я могу делать с ним вообще все, что захочу. Вот гость. Вот, пожалуйста, друзья, я забиваю этим телефоном гвозди. Да уж, вот это мощь, настоящая мощь. Итак, 1240 рублей, ваша скидка. Вот он, разбитый телефон, я его подобрала, он просто посмотрите, в невероятном каком-то друзья, состоянии. Что произошло с этим телефоном? С этим ничего, абсолютно. Вы только посмотрите, это абсолютный ваш помощник. Таким телефоном вы удивите любого мужчину. Заберите свой крепкий орешек, он ждет именно вас. Он абсолютно уникален, друзья. Он в огне не горит, в воде не тонет. Мы проверяли. Заберите его и проверьте сами. Если он сгорит или утонет, вы его просто вернете. Мы гарантируем. Друзья, почувствуйте разницу. Проверено только что. При вашем участии, друзья, в прямом эфире. Видите? Этот или этот? Вам какой больше нравится?
Определитесь со своим выбором, друзья. Это неубиваемый абсолютно телефон. Звоните прямо сейчас, и крепкий орешек будет вашим надежным спутником, надежным помощником. Охотники, рыбаки, дачники, да кто угодно, любой мужчина просто любители активного образа жизни. Смелый телефон. Друзья, есть игры, есть все, что захотите. Смотрите, какой яркий экран. Здесь есть фото и видеокамера. Здесь есть калькулятор. Есть FM-радиоприемник. Все, что угодно. Все самое нужное помещается в этом телефоне. Конечно же, вот она камера. Вот она вспышка. Вот он динамик. Слот для карты памяти. Две сим-карты. Он не только неубиваемый, он еще и многофункциональный. Это достигается за счет прорезиненной внутренности. То есть он водонепроницаемый. Применение космических технологий, в частности, вот в этих пластинах, делает его просто несокрушимым. Он действительно терминатор среди телефонов. Вы можете его взять даже с собой в космос, если вам туда удастся попасть. Итак, 15 всего осталось, 4750 рублей, абсолютно уникальная цена. Вы на своем диване. Закажите себе этот телефон и идеальный подарок вашему мужчине на Новый год. Есть FM-приемник, радиоприемник, есть галерея, есть диктофон, есть электронная книга, даже видеокамера, фотокамера, все, что захотите, и все это в высочайшем качестве. Можно даже фотографировать под водой. Если ваш муж любит отдыхать в горах, если он любит проводить время на рыбалке, если он любит охотиться, все это возможно вот с этим телефоном. Не опасаясь. Кстати, девушки, обратите внимание, вы помните наверняка, ваш муж говорил: слушай, уронил телефон и потом всю неделю был недоступен, потому что он у меня упал в воду, развалился, разбился, и вы не могли целую неделю с ним связаться, а он на охоте был. Где он был на самом деле? Ведь это отмазки. Итак, друзья, вот этот телефон позволит вам всегда точно определять, где ваш муж. И до него всегда можно будет дозвониться. Сейчас действует скидка, сейчас действует эта цена. Вы получаете не только крепкий, мощный телефон, но и тройную выгоду. Бесплатную доставку, скидку огромную и бонусные баллы. Воспользуйтесь всеми тремя преимуществами. Крепкий орешек будет ваш. До нас дозвонилась Александра Петровна из Нового Уренгоя. Спросила, а что у него с зарядкой? Я хочу вам сказать. 7 недель в режиме ожидания. 7 недель без подзарядки. Почти 2 месяца. Только представьте себе. Он не боится даже самых острых оленных каблуков. Итак, друзья, заказывайте. Цена премьеры с учетом скидки 4750 рублей. Что вам нужно знать, чтобы получить скидку в 1240 рублей? Вам нужно запомнить именно его название. Крепкий орешек 3.0. Называйте эти ключевые слова. Они подарят вам скидку. Цена с учетом скидки 4750. Что это значит? Доставка бесплатная в любую точку России. Наслаждайтесь выгодой и не забывайте, существуют телефоны, которые будут служить вам верой и правдой в огне, в воде и даже во льду. 2 месяца без подзарядки. Друзья, всегда на связи.